Обалдеть. Друзья, рыбаки, прибыл я сегодня, значит, на водоем для того, чтобы испытать новые мормышки. И так получилось то, что экшн-камеру я забыл дома. А прошел первый круг, рыбка-то поклевая, это заснять, к сожалению, ничего у меня не получается. Взял только вот эту вот большую камеру, поэтому сейчас покажу вам результат. Значит, поймал на мормышку новую, мормышарик называется. Сейчас вы на экранах у себя ее увидите. И заодно покажу вам улов с первого круга. Ну и надо будет его отпустить, потому что рыбу я сегодня с собой не беру. Вот такой вот улов с первого круга. Значит, заплаточки такие, грамм, наверное, под 500. Окуньки, ну как бы не сказать, что окуньки крупные, но такие грамм по 90, наверное. Вот, и поймал все на мормышку. Вот такую мормышарик. Сейчас буду рыбку отпускать и пойду дальше уже на следующий круг. Класс. Давайте отпустим рыбку. Вот. Первый карась пошел. Еще один. Опа. Тоже уплыл. Поменьше. И окуньки. Ну давай, плыви. О. Давай. Кыш отсюда. Все, красавчик. Мужики. Короче, прицепил другую мормышку. Взял леску 2.08, пошел по лунке. В общем, думал. Ну, клиент, подрядчик, что, надо как бы покайфовать немного. В конечном итоге. Поклевка такая. Тюх! Подсекаю. И туда сюда, и туда сюда. Короче, вес 1 кг 90 грамм. Вот ту рыбу я уже отпустил. Сейчас вам покажу. Кошмар вообще. Ребята, настоящий танк. У меня пока вообще эмоции. О, подвел к лунке. А на лунке, видимо, какой-то заусенец. И леска-то 2.08. Флюорокарбон. Зацепилась за него. Я багориком чуть аккуратненько его прям вот, вот за эту вот часть вот куда-то вот. Раз, и подтягиваю. И смотрю, у меня леска-то туда утягивается. То есть вот так вот. Багориком тихонько. А лунка на 150, он как бы нормально заходит, короче. И в конце лунки-то уже я чувствую, что он у меня с багра-то уже слетел. И уже бум-бум-бум, как бы он хвостом-то шевелит, и вверх идет. И я его тут вот тихонько. Вообще слов нету. Красота. Ладно. Я сейчас немного успокоюсь. До конца круг пройду. Еще раз взвешу его на камеру. И отпустим. Отпустим такой. Вот такую. Ребята. Я, короче, на следующую лунку сажусь. Эту же мормышку перевязал. Опускаю, короче. Кошмар какой-то. Еще один клюнул. Только на этот раз, ребята, рыбка другого плана. Сейчас покажу. Ну, рука. Кошмар какой. Вот это да. В общем, мы его тоже взвесим. Фу, ну мне сегодня рыба вообще шороху дает, конечно. Кошмар какой. Фух.
В общем, я даже успокоиться не успел. Тут уже еще одна рыба садится такая. Я более-менее в себя приду и все вам расскажу. Ну что, друзья, клюнуло мне на этом втором круге целых два бонуса. Двое из ларца практически одинаковых с лица. По весу тоже одинаковые рыбки получились. Это окунь на 1 килограмм 90 грамм и лещ на 1 килограмм 90 грамм. В общем, все это дело я поймал на лесочку 2.08. Это была, конечно, просто сумасшедшая борьба. Когда клюнул окунь, забрал у меня сразу же примерно, ну, метра 4 или 5. То есть, как бы, я его подсек, протянул примерно метра полтора, и все, и потом он начал такими рывками. В общем, леску я ему отдал, думал, ну все, сейчас в коряге уйдет рыба и запутает, и все, зацепится там за что-нибудь, и оторвет, и все, и пиши пропало. Но удача была на моей стороне, поэтому мне все-таки удалось рыбку эту достать. И самый интересный момент был, когда уже подвел, получается, к лунке, я смотрю, окунь, у меня все сразу же, мгновенный взрыв адреналина. И я смотрю, леска-то зацепилась за край лунки снизу. То есть, видимо, какая-то льдинка там или еще что-то такое было. И зацепилась. Я хорошо зубами багорик разложил. Тихонечко его раз. И получилось то, что даже багор-то и не воткнулся, а как-то он его так чуть-чуть, и он в лунку направился, понимаете. И окунь, получается, кверху идет. А у меня леска к низу, то есть там она зацепилась и вот так вот. И уже он, видимо, белый свет-то увидел, и хвостом так джу. И получается попер кверху. И тут я его хуй подхватил и вытащил. Я сейчас рыбу специально для вас взвешу. Вам покажу. И самая главная штука. Мы всех этих трофеев отпустим. Окунь, пузатая мамка. Вот представляете, сколько икры она принесет. Пусть живет. Столько эмоций подарила. Такая красивая рыба. Столько лет прожила в водоеме. И просто взять ее и зажарить или закоптить. Но у меня рука не поднимается, если честно. Поэтому как бы и другим тоже советую. Поймали прям настоящий трофей. Сфотографируйтесь. Поблагодарите Бога, рыбу. И отпустите. И на душе хорошо. И рыбе хорошо. И все живы. Демонстрирую вам трофей. Вот такой вот окунь на безмотылку, нимфошарик, с вот таким вот плавником. Ну, по-моему, просто обалденно. Во какой. Оп, 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 тихо, 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 тихо. Тихо-тихо. И еще один братец. Вот такой вот лещ. Как вам, ребят? Вот душевно. На 2.08 все. Вот прям красота. Сейчас весы достану. Завешаем. Так, вот показывает зафиксированный вес 1 килограмм 135 грамм. Видно, нет? Не знаю. Вот. Вот рука, если что. Вот. Так. Окуня еще взвешиваем. Ну, это прям... прямо вот... красота просто неземная. А, ребят. Обалдеть. Сейчас. Так, обнуляем. Обнулили. Вот. Сейчас. Сейчас взвешим.
Потом будем отпускать. А, то же самое. Кило 135. Видно, нет? В прошлый раз показывал кило 90, сейчас кило 135. Ну, в общем, кило 100 и тот, и другой. Вот такие вот, ребят, трофеи. Просто офонарить. Вот у меня удочка. И вот такие трофеи. Вот так. Просто чума. Дядя Лещ. Гигант. Классный. Давай тоже туда. Но этот-то сразу убежит. Все. Только его и видели, смотрите-ка. Окуневая мамка. О, какая здоровенная, пузатая. Эх, прям аж несусветная красота. Давай, беги, родная. Вот так. Молодец, молодец. Подтолкнуть тебя? Давай, беги. Ух ты как. Все. Вот он, самый настоящий кайф. Я прям рад, прям обалденно вообще. Вот, ребят, снова на луночке, на той, на которой поймал на килограмм леща. Вот клюнул такой добрый окунек. Не знаю, сколько там грамм. Ну, наверное, грамм 140-150 есть. Такой вот красавчик интересненький попался на мармашарик. То есть вот видите, взял. Работают мормышки новые. Работают. Уважаемые друзья рыбаки, это уже вторая часть нашего видео. Сегодня я уже не забыл с собой флешки взять. Пришел. Сейчас примерно 5 утра. Буду сейчас рассверливать лунки, закармливать. Потом попьем чайку и уже пойдем на первый круг. Ну и в этот раз уже будут моменты с поклевкой, подсечкой и вываживанием. Всем приятного просмотра. Сейчас подготовим прикормочку. Пристрастился я к прикормке темного цвета. Беру сразу большую упаковку, вот такую вот. Она идет 2,5 килограмма, ее хватает на много рыбалок. Так, и добавляю сюда еще сухарей. Все, ну, вот она вот так. И замешиваем это все дело. То есть основной цвет прикормки-то у нас будет темный, но когда она будет на дне, то мелкие вкрапления, то есть светлые, будет хорошо видно. Только у нас немножко набухло. И сейчас мы туда добавим немного мотыля кормового. Стоит он недорого. Много его не надо. То есть так, рублей на 50. Главное рыбу не накормить, а заставить ее держаться на прикормке долгое время. Вот. Теперь уже можно закармливать луночку. Значит, кормушку я заряжаю следующим образом. Сначала засыпаю немного мормыша сюда. Ну, где-то половинку кормушки. И остаток сверху я добиваю уже прикормкой. Почему именно так, а не в обратном порядке? Чтобы у меня мормыш находился сверху, с
сухарей. Все. Теперь опускаю все это дело на дно. И теперь приподнимаю примерно на метр, можно даже больше. Зачем так высоко? Для того, чтобы у меня прикормка не лежала локально в одной точке, а распределялась достаточно большим ковром. Для того, чтобы рыба не смогла сразу же подойти, хапануть много, нажраться и уйти во свояси. Все, открываем. Вытряхиваем кормушку. Сматываем все это дело. Загружаем ведерко вместе с шабалкой. И идем на следующие лунки. Лунки я закормил. Давайте посмотрим, что у нас. Ух! Ребята, уже рыба под лунками есть. Вот вижу окуня. Леску 208 и новую мормышечку, вот такую вот, называется она нимфошарик. Глазки у нее тут есть и такая синяя головочка, ну и шарик латунный. Это как бы первоочередной вариант, то есть скорее всего на момент выхода этого видео мормышка уже будет немного другого плана, скорее всего на другом крючке, но выглядит она примерно вот так. Такая достаточно интересная, красивая мормышка, похожая на нимфу, на нимфу поденки. Обязательно надо багорик с собой взять, положить его в сапог вот сюда. Багорик у меня на клипсе, так что никуда он отсюда не денется. Все, можно начинать рыбалить. Рыб на нимфошарик.
Красавчик. Наверное, подлещик. Нет, окунёк. Какие мерные окуньки сегодня клюют, ребят. Красавчики какие. Ну. Хорошая рыбка. Хорошо схватил мормышечку. Смотрите, как засосал. Губошлепик. Оп. Тихо, тихо. Сейчас. Ты смотри, как что. Окунёк, что ли? Ух ты! Осторожно попало на нимфу шарик. Ну как? Чётко. Хорошая. Что там?
такой зачетный окунин попал. Ну что, ребят, пришло время немного закусить, то я уже проголодался сильно, и половить еще на другие мормышки. Вот так вот выглядит мормышарик. Мормыш с шариком. Шарик свободно болтается, постукивает. Вот так вот. Сейчас меня, наверное, придут обуды. Спиной уже надо бурить.
вообще. Здесь рыба здоровенная. По ощущениям вроде как окунь. Тоже попёр. Тут жестко. Задел.